Пенсионеры, достигшие 80 лет, будут уже в этом году получать пенсию на 5686 рублей больше. Как заявили в ПФР, выплата была проиндексирована с января. Чтобы пенсия стала больше при достижении 80-летия, жителям никаких заявлений подавать не нужно. Прибавка начисляется автоматически и выплачиваться будет со следующего месяца после достижения 80 лет.